Приветище! Это VR. VR в хоррор-баре. Ну, ты понимаешь, у тебя же была елка, да, там, Новый год. У кого-то был корпоратив. А у монстров что? Его не может быть. Так что мы сегодня с тобой работаем в баре, где куча всяких мастрюганов. Я выступаю в роли бармена, ты в роли помощника. Сегодня у нас с тобой учебный день, и нужно сделать вот такой вот коктейль для нашего зомби Санты. Что ж, давай приступим. Вначале давай осмотримся, посмотрим, где у нас что. Оу, какие отличные мясистые компоненты. Ладно, приступим к коктейлю. Берем стаканчик, аккуратненько ставим, загребаем глазики. Вот такие чудненькие глазики. Это вместо льда у нас. Следующий ингредиент — это зеленое пойло, похожее на крысиный яд. Вот так вот. А вообще, как так можно? Зомби Санта, у тебя еще рабочий день не закончился, а ты коктейльчики тут глыщешь. Что? Еще подлить? Обойдешься. Не подолью. Дальше по инструкции идет синяя жижа с капельницы. А где капельницы у меня? Может, вот это вот? Какие-то кубики сахара растворимые. Твое здоровье, дед. Отличное пойло. Только чего-то не хватает. Ладно, еще разок тебе коктейльчик сделаю. Вот так вот. Ох, освежает. На счастье, как говорится. Вообще во всем виноват коктейль. Лучше бы я его не пил. Ладно, берем стакан. Египетские мумии. Да что ж такое-то. Подожди, берем стакан. Ставим. О, отлично. Теперь накидываем глазюки. Глазюки, побольше глазюк. Ой, простите, чуть-чуть вывалилось, но не страшно. Такое в каждом баре бывает. Вот так вот, все, убираем лопатку. Лопатка убирается. Ну не так же убирай. Лопата, сапата, ты где? Эй, у глазюки отдайте лопатку, может она провалилась? Где лопатка? О, кружку достал. Не, мне не кружку, мне лопаточку надо. Лопаточка, ты где? Лопата, выходи. Бесовщина какая-то. Так, ладно, надо коктейль закончить. Значит, последний ингредиент. Ножка. Пожалуйста. Сейчас дольем тебе зеленой жижи. Че? Жижа? А че стакан не наполняется? Да ну нафиг! Что за фокусы? Хорошо. Давай вот так попробуем. Это че за чертовщина? Я не понял. Щербет на обед. Я увольняюсь. Невозможно работать. А, блин, я ж на обучении, я не могу уволиться. Ладно, давай хотя бы сделаем прощальный коктейль. А как загребать-то, блин? Мыши! Тьфу, тьфу, вот и так, закрыть надо. Может быть, вот эта штука мне поможет? Зашибись, помогла. Как насчет сачка? Вообще от души загребаю прям полные руки. Тут что, ножик? Нет, ножик точно не поможет. Короче, лопатка по-любому нужна, поэтому ныряем за ней. О, это не так противно, слушай. А где? Я вижу дно. Ого, а где лопата? Я пробил дно. Так, подожди. Мне нужен администратор. Как его вызвать? Вот это... Так, это точно не то. Так, как мне связаться с администратором? Мне нужно, чтобы мне кто-нибудь притащил новую лопатку. Ну что, лопатку мне вернули и попросили остаться. Мол, я ценный кадр. Мадам мозговитая башка, здравствуйте. У вас отличная шевелюра. Похоже, реально мозги. В общем, продолжаем обучение. Мне все-таки нужно сделать этот гребаный коктейль. Я сделаю его шикарнейшим образом при помощи жонглирования. Могу даже двумя стаканами жонглировать. Могу даже вот так вот, смотрите, мадам мозговитая... Ой, это случайность, простите. Хоп-хоп-хоп. А это уже запланировано. Это все по программе. Вот, видите, это тоже по программе. Все, приступаем к коктейлю. Между прочим, специально для вас сегодня я сделаю два коктейля. Хоп-па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 
сквозная катапульта, смотрите. Опа, весело же, правда? Ой-ой, прошу меня простить, мадам. Коктейль за счет заведения. Лопаточка, пожалуйста, больше не убегай, ага. Заливаем зеленую жижу. Опа, опа, кончилось, что ли? А не, смотри-ка, есть. Прикол. А что это вообще такое? Давай попробуем. О, точно трава. Мадам, ваш коктейль уже почти готов, осталось последнее приготовление, смотрите. Заливаем сюда сахарок.
сахарок. Теперь две ножки куриных ножки, наверное, это куриные. Вот так вот, вместо зонтика. По-моему, все получилось. Держите. О, благодарю, мадам, это мои первые чаевые. Ох, ядрен батон, смотри, кто идет. Добрый день. Ага, заказ принят. Отличная штука, которая переводит с зомби-гопнического языка. Значит, нам нужны жареные пальчики. Ух, как стрёмно это выглядит. Так, окунаем, значит, сюда. О, какой запах. Божественный запах пальчиков фри. Эх, что-то картошечки захотелось. А где у меня кетчуп? Как же пальчики и без кетчупа? Пожалуйста. Спасибо вам, хорошего вечера. Ух ты, нифига себе. Рыба на тарелке, отличное блюдо. Короче, надо взять молот, потом его обжарить на сковороде и потом рыба на тарелку и все, и подать. По-моему, это самое легкое блюдо. Значит, берем молоток. Че, может быть, вначале аквариум разбить? Угу, специально для меня здесь бронебойное стекло. Ясно, ручками полезем. Достаем рыбку. Ой, не то взял. А что там моя рука плавает? Эй, рука, вылазь оттуда. Что это было? Не плескаться мне тут. Рука, вернись обратно, пожалуйста. О, спасибо. Что ты там забыл, не понимаю. Значит так, мне нужно поймать вначале рыбу. Я понял. Давай воспользуемся вот этой штукой. Нет, не то. Может, сачок? О, поймали рыбу. Етишкин корень, это же пиранья. А я ее рукой хватаю. Смотри, какая злобная пиранья. Чмоки-чмоки. А теперь проще. Эу, мы так не договаривались. А ну обратно давай. На мою разделочную досочку. Вот так вот, значит. Оглушаем ее, чтобы она не убежала. Отбивнушечка из переньюшечки. Все, по-моему, хватит. Ну, теперь отправляем ее жариться. Вот так вот. Здорово. Теперь нужно за ней следить, чтобы она не подгорела. Месье, ваша рыбка готовится, не переживайте. Опа, переворачиваем. Видал, как я умею, да? Как блинчики. Ну вот, рыбка изготовилась, остается ее только подать. Мистер, смотрите, что с вашей рыбкой. А, подожди. Что, я не могу прямо на сковородке отдать? А если без сковородки? Тарелки. О, вот, тарелочки же у меня есть, подожди. На тарелочку. Вот так вот. Я ничего не понял, что вы сказали, но спасибо. Ух, что-то я волнуюсь. Мой первый рабочий день после учебки. Хо-хо-хо. Надеюсь, что все получится. Так-так, что же закажет зомби Санта? Отбивную пиранью. Легко. Значит, ловим пиранечку. А где она? Пиранька, ты где? А, вон она, вдалеке плавает. Иди сюда, тебя заказал зомби Санта. Ты должна быть счастлива. Вот так вот. Отправляем на сковородку. Пока она жарится, можно поденсить. Ну, что могу сказать? На кухне я себя чувствую теперь уверенно. Знаю, что, где и как. Могу поденсить, пока готовлю. Берем тарелочку. Оле, опа-на. Ну, ничего страшного, так даже будет вкуснее. С крошками с пола. Пожалуйста. Касса свободна. Кто у нас следующий? Ух ты, мистер полицай. Или это почтальон? Тараканы, тараканы. Что у нас там? Коктейли. Не обращайте внимания на тараканов, сударь. Ничего страшного, такое бывает. К тому же вы выглядите как эти дохлые тараканы. Считайте это за комплимент. Ваш коктейль почти готов, осталось последнее. Замари червячка, пожалуйста. Горите в аду, сударь. Теперь проваливайте. Касса свободна, кто следующий? Па-ба-да-па-ба-да-па-да-да-у. Да, здравствуйте, медсестричка. Вы хотите кровавого Мэри? Сейчас устроим. А глазного дождя вы не желаете? Не переживайте, мадам, все за мой счет. В том числе и коктейль. Значит, теперь нам перчику сюда, адского перца, кровушка больного и ухо, как зонтик. Пожалуйста. Чертовы тараканы, откуда вы только беретесь? Готовим, значит, бургер из сердечка. Берем сердце, крутим из этого все фарш, получаем котлету. Мистер, ваш бургер будет готов через 15 минут. Достаем, значит, булочку, плесневую булочку, непростая. Котлета, перевернуть надо срочно.
Ай, черт, сгорело, не успел. Хорошо, сделаем новую. Не переживаем, главное спокойствие. Крутим котлету. Она готова. И ждем, ждем, когда она пожарится, чтобы ее перевернуть лопаточкой. Переворачиваем. Че? Где котлета? Да сколько можно-то? Хватит надо мной издеваться. Ладно, берем сердце и на гриль. А, на гриль не получится. Может, от сырого не откажешься? Ой, вертит носом, божечки. Я думал, зомби, они не привередливы. Значит, переворачиваем аккуратно. О, да, наконец-то у меня получилось, как у Спанч Боба. Он же тоже жарил котлеты. Котлеточка готова, кладем на булочку. На какую булочку-то? На эту? Что-то как-то... Хорошо, кетчуп, горчица. Не получается. Может быть, с котлетой что-то не так? Подожди, давай котлетку переложим на другую Булки, шмулки, ну сколько можно, почему все из рук валится, как рукожоп какой-то, я не знаю. Ладно, делаем еще одну булку. Заправляем кетчупом, горчицей и верхняя булка. А, это была нижняя булка, хорошо, верхняя булка. Вот так, все по красоте. Ну все, пожалуйста. Вот ваш бургер, а я, пожалуй, пошел домой. А ты, мой ассистент, не забудь поставить лайк этому видео и подписаться, если ты еще не подписан.